четвертого. Но мы на чуть-чуть задерживаемся. Я думаю, это плюс-минус туда-сюда сделаем. Ой, мы вообще бессовестные. Бессовестные? Что? Мне кажется, знаешь, если я буду водить... Все будут бессовестные? У меня, да, такие слова. Ой, бессовестные. Или ой-ой-ой. Как неаккуратно. Да. Без матов, да? Ну, да. Я же давно вот так, ну, не водил, особенно там весной, зимой в Караганде. Угу. Реально после таких дорог, ходовка, мне кажется, после одного сезона вообще достаточно будет, ну, на замену, потому что дороги ужасные. Конечно, от машины еще многое зависит. От запчастей, но тем не менее. Ай-яй-яй. Как подбрасывают. Да. Я хочу стабилизатор. О, это же этот, у нас здесь посвящение было. Фабрик, да? Он, по-моему, сейчас не работает уже давным-давно. Ну, клубы сейчас, в принципе, не работают. Ну и после него, по-моему, здесь ничего нового не открывали. Ну да. Это район боулинга Лободы, да, по-моему, улица? Да, это вроде Лободы. 34 Игоря Лободы. Сейчас на Гоголя выйдем. Угу. А куда мы едем? Мы едем в аквапарк, я говорила, да. Ты говорила, да? Угу. Ой. Готовятся, вон дрова спиливают, ККС, коммунальная система, не дрова, а ветки сухие, опять смотри, спиливают. Ну все зеленое будет, ой. Дорога здесь вообще ужасная. Прям под ним. Там индусы уходят, ё-моё, давай быстрее чуть-чуть. Рустам. Во-первых, это не индусы. Индусы. Студенты. Это индийцы. Индийцы? Да, по-моему. Hi guys, how are you? Так же, как и ты. Не, ну они сами такие... Открытые. Открытые, Это, да, это с Индии, наверное, парни, да? Угу. Не пакистанцы. Ну, мы почти приехали, детка. Да. Мы почти на месте. Здесь, кстати, раньше было индийское кафе. Ресторан, но... по-моему. Да. А как же он назывался? Ну, не Ганеша, а как-то... Тадж-Махал. Нет. Но сейчас его нет. Я не помню. Золотой шафран? Да, да. Помнишь? А вот он. Есть, да? Золотой, да, но написано это City Market. Вот же их общежитие. Да. Это общежитие медицинского университета для иностранцев, по-моему. Если я не ошибаюсь, может быть, для всех. А аквапарк у нас находится вот за ним. Синее здание. С парковкой здесь, как и везде. Как и везде, как и везде. Чудеса парковки. Здесь построили новый бизнес-центр. Вот мы сегодня, да, сколько ездим? Реально, вот... Извини, перебил я тебя.
парковки ни на одном районе. Нормальной, в смысле, ни на рынке, ни в городе. Вот этот бизнес-центр? Слева и справа, это какая-то клиника вообще? Бизнес-центр. Какая-то клиника, вот, я про этот бизнес-центр говорила. Женя туда ставит машину, сейчас я ему скажу. Сюда было не просто заехать, но мы заехали. Парк. Здесь мы арендовали сауну. Сауна номер один. Она на 7 человек, по-моему. Здесь вот такая раздевалка верхней вещью. Дальше включены две комнаты. Давайте посмотрим. В каждой комнате есть кровать. Это мы торт взяли. Нам разрешили только торт. Торт, воду и все, по-моему. Вот это вторая комната. Здесь мы немного разложились. Свои вещи. В каждой комнате есть кондиционер. Дальше. Вот такая мини-гостиная с диванами. С диваном и стульями. Телевизор, караоке нет. Чайник включен, хотя по телефону сказали, что якобы его нет. Далее мы на баре купили колу, сок, молочные коктейли, потому что все это запрещено брать с собой. Также нам сказали, что у них есть суши, но их не было. Пройдемте сюда. Здесь у нас вот такая вот ванна, джакузи. Сауна. Это сауна с электрической печкой. Достаточно тепло, но многие говорят, что не прям не жарко. Тепло, можно погреться после плавания. Идемте дальше. Здесь у нас душевая и санузел. Далее в каждой сауне есть свой выход в бассейн. Пойдемте посмотрим. Здесь есть детский бассейн с горками, хаммам и вот такой вот большой. Тоже с большими горками. Вот так вот это все выглядит. Пойдемте посмотрим. Кстати, вот со второго этажа, если чуть-чуть пройтись, можно сразу на горку подняться.
Но она сейчас закрыта. Здесь есть спортзал. А вон тут там еще плавает. Еще один детский бассейн. И вон там вот бар. Сегодня не плаваю, зато всех уговариваю пойти на горку. Всех испугнулся. Да. А вот эти там стреляют. Сейчас. Стреляют или нет? А? Стреляют или нет? Стреляли вот эти. Да? Ну пойдем. Вот здесь вот я говорю то, что ржавое. Ну да, да. То, что вот ты босиком ходишь. Тапочки, ну видишь, я тогда их потом там оставлю. Ну да. На третьем этаже. А, и их скидывать можно. Их скидывать же можешь. Да, надо в тапочках идти их там скидывать. Да. Вставай. А там не работает мама? Отсюда так снимаешь, так высоко? Ну-ка. Капец, да? На воду смотришь? Ну да. Давай, Рустам, удачи. Все, давай, я давай. Аккуратно. Ну да, конечно. Сейчас Рустам доплывет. Он капец летает, да? Нам принесли заказ. Мы заказывали 3 пиццы. Это с колбасками. Картошка Айдахо, 2 картохи фри. Так, нам неправильно сделали соусы, сейчас скажу. Сырные палочки. Это, по-моему, пицца с ананасами. А нет, с ананасами вот это. А это просто маргарита. Также наггетсы. И про напитки я говорила. Сейчас надо пойти поменять соусы. Кто идет на горку? Мама ушла. Мам, да? Да. Пойдем, покажи. Ничего не видно. Ты вот та свиданка.